Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение сетевой партии за горго-греческую в Sid Meier's Civilization 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии. Ссылка на весь плейлист есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала всю партию могут посмотреть сразу. Для вас полная запись тоже по ссылке в описании и в прикрепленном комментарии. И всем вам приятного продолжения просмотра. Ромашку где-нибудь под носом. Ну, тут вот где-то тоже будет город, да? То есть, наверное, хотелось бы, чтобы на три города она работала. Короче, подумаем еще. Акрополь сюда будем ставить в Спарте. Тут еще, кстати, Мачу-Пикчу. Вот если бы еще тут вот Мачу-Пикчу пос... О, блин, ну... Видимо, идем все-таки этот лагерь убивать сначала. Причем надо апнуться в луки по пути. Кто-то оракул еще построил. Святилище. Блин, а тут кампус был на плюс 3, да? Ну, я бы кампус тогда здесь ставил. Ну, я понимаю, что тут круто, плюс 4 и плюс 3, но под вулкан, тем более такие крутые клетки улучшенные, это очень жалко. Еще можно сюда, но уйдет соседство для свети... для... Да, елки, че нос чешется? Так, мистицизм открыли. Тут, наверное, можно убрать. Подготовки юнитов. Наверное, просто производство города поставить. Блин, и чудеса нам вроде не нужны пока. Это, наверное, как-то вот так, что ли, сделаю. Не успел ничего выбрать, но нам в теологию надо дальше. Драма, поэзия, теология. Но у нас накоплена сейчас культура, нам надо все-таки один ход игры и развлечения, чтобы культура не пропала. Так, пора Фес союзить, я думаю. Партия, покупаем миссионера. Блин, пирамиды можно? А, это вот здесь. Нет, тут... Хотя... Блин. Давайте... Карточку на... Блин, ну пирамиды тоже ж круто, согласитесь. Более тут вырубаю сейчас под Магнусом. О. Чтобы Нубии не досталось. Ну и вообще пирамиды крутое чудо. Не, я думаю, сюда лучше. Там как слишком много пустыни, если я туда выше сделаю. Плюс 2, плюс 2, плюс 4. Не, давайте сначала начнем с рабочего. Там я просто не успеваю придумать, что взять. Блин, надо, наверное, скаутов на автомат поставить. Так, у нас уже 5 городов, давай сравним. Шотландию где-то встретил. Интересно. Когда это произошло? Ладно, смотрим. Шотландия, один город.
Германия 4. Нубия 1. Что происходит? Что у нас Шотландия и Нубия в один город сидят? Так, Фес засоюжен? Засоюжен. 50 науки, красиво. Да, кстати, пирамиду могут варвары стопнуть. Это мне кто, немец? Нет, это мне... Нубия говорит не ходить туда. А Фес дает науку за любой обращенный город или только юнита? А, юнитам именно. Ну, походу, финики я ливнул, потому что немец слишком близко. Немец подселил его, как-то так, короче. Так, драмы и поэзию открыли. Пошли теологию. Наверное, еще надо строителя пока. Так, а сколько нам надо на поселенца? 140. Следующим ходом. Я хост, да. Так что если варвары сюда не встанут, то пирамиды мои. Томительное ожидание. Что, ливнет Нубия? Он вот тут строил пирамиды. Еще 50 к православию. Водяную мельницу бы в Спарте строить, конечно. Просто не успел придумать. Блин, не успел посела купить. Ну, решил не банить в этот тест. По-разному играем. Потому что иногда бывают такие места, что без трудовой дисциплины просто грустно. Но в этот раз мне повезло. Ну просто
Например, очевидно, что вот нубийцу бы трудовая дисциплина очень в тему была. Он, слушайте, он до сих пор раннюю империю не открыл. Вау. Так, ну надо что-то... А никто из ГГшек не хочет обращения в веру? Торговый путь, мечники, кампус, галеру, обработка бронзы. Странно. Ну давайте маскат тогда обратим. Так, Спарта, водяная мельница. Тут переключим на математику. Тут купим посела. О, там на другом континенте чувак пишет 2-1. На другом континенте какие-то бойки происходят. Да как он отъедается? Ну что это? Это что, типа, крутой город? Он какие-то сидит, чудеса строит. И теминанки построил. Ну, предположим, ладно, теминанки здесь в тему. Бассейн зачем-то. Ну, то есть, расти мы будем, нет? Он будет расти, нет? Так, значит, тут нам надо еще оставить места, наверное, куда-то... Наверное, как-то вот сюда, что ли? Так, водяную мельницу, это мы... Че открыли-то? А, строительство. Так, обработку бронзы, строительство. Древние стены надо построить. Ну, давайте без карточки, правда. Блин, может, лучше амбар, пока тут жилья нету. Святилище. Блин, никак не могу придумать, куда мне кампус бахнуть тут. Может, где-то здесь сделать ромашку, наоборот? Вот где-нибудь вот сюда поставить. Может, вот сюда ромашку? Она на три города будет работать. Тут, соответственно... Ну, правда, я уберу, получается, эти... тропики. Тут уйдет производство. Блин, сюда, что ли, кампус ставить? Ну, блин, плюс 2 всего. Блин. Да тут эти, как его, вулканы. А здесь, может быть, для Спарты я поставлю кампус в этом месте. Видите, тут плюс 3 только у Спарты. Ну, предположим, тут будет Акрополь. Не знаю. Ну ладно, давайте, предположим, давайте сюда кампус. Окей. Так, какая тварь у меня фес пересоюзила? Дидона, ну, логично. Нет, я чего показывал только что. Да. It's not correct.
Это явно не носитель английского. It's not right, наверное. Правильно. Потому что на меня двое нападают. Так, ладно, пока тут полечимся. Да, я хочу Мачу-Пикчу строить. А, нету денег. Значит, ждем. В принципе, можно и здесь ферму. Так, а мне надо... Я не ускорил еще ученичество? Не ускорил. Рудник у меня... А у меня железо вообще есть? Есть. Вот оно. Пошли железо, наверное, обрабатывать. Надо просто 3 рудника сделать. Так, куда дальше? Пока сюда. Здесь надо... Блин, здесь надо, конечно, обрабатывать. Опять же, нету денег клетку выкупать пока. О, второй город ведет только сейчас. Нубия. Интересно, девки пляшут. Нумибийские. Нумибийские. Исторические хроники, наверное, отложить надо все-таки. Трусы. Чувак там с кем-то общается. У них там, видите, тусево. Так, ну вообще Акрополь тоже стоило бы построить. Да, знаете, что я, наверное, в Спарте Акрополь построю после храма. Да, Дидона. Каре. Блин, 60 монет. Может, древние стены пока построят? Вот, тем более варвары. Все равно надо ускорить как-то инженерное дело. В любом случае. А он в войне, что ли, с Дидоной? Нет. Что-то армия финикийская так тусит. Флексит, я бы даже сказал. Извините за молодежный сленг. Нет, не шотландца. Я не знаю, шотландец это что-то вообще... Нубия хотя бы чудеса типа построила крутые. А что шотландец делает на 48-м ходу? 6 науки, 2 культуры. Хрен знает. Божественное право ускорили. Ну, пока не пойду. Так, значит, что я говорил? Акрополь я тут хотел. Плюс 4 Акрополь. Так, а где у нас Мачу-Пикчу? Вот, в инженерном... Ну-ка, раз древние стены. Следующим ходом откроем. И вообще, наверное, давайте исторические хроники так откроем. Надо будет карточку на чудеса просто... А, она стоит. Стоит карточка на чудеса. Тогда не надо. Не, ну у нас очень все шикарно.
Не знаю, что там у других. На нашем континенте у нас вообще нету конкурентов, я смотрю. О, ученичество еще открыли. А где-то у нас третий... Ну, один рудник вот тут. А где у нас еще рудник был? А, вот здесь. Я бы ушерла макумком. Ком-ком? Как-то по-французски она что-то сказала, да? Ацтек и зулусы. Same game, что-то такое. Типа, эти... Тимер. Тимерсы. О, мы, слушайте, сразу можем Мачу-Пикчу строить. Кайф. И вырубим, кстати, в Спарту. Чтобы ускорить. Теперь передаем Каринфу и строим кампус. Тут, конечно, Акрополь теперь был бы на плюс 4, да, но найдем другое место. Здесь, например, а, мы не можем здесь поставить Акрополь. Ну, короче, найдем другое. Нам все-таки соседство науки важнее, чем соседство культуры, имхо. Так, подожди, нам тут амбар нужен, а не святилище. Последние несколько лет играешь в Циву на PlayStation с геймпадом. А разве нету для приставок? То, что, разве нельзя мышку для приставки купить, например? Или типа просто неудобно сидеть? Да что у меня нож чешется сегодня? Еще ж культуру за убийство юнитов дают. Горга, да. Ну, конечно, я мощненько. Так, а где у нас еще благовоние? В Афинах, а я там уже поставил. Ладно. Вау, плюс 5. Священка вот здесь. Ну, надо здесь, конечно, идти делать. Так, я забыл, что можно покупать посела. Ну, я, наверное, пока держу послов. Я не вижу, чтобы мне кто-то какой-то... Хотя, может, Болонью? Не. Да, тут, конечно, все можно. Реально. Так, а что у нас по религиям? Все еще только две религии. Но Нубия без религии странно. Военный лагерь построил. Брат труса. Один труса, другой брат труса. Понимаю. Задание Феса выполнили. Да блин, Дидона... Чё за хрень? Почему Дидона в Фес вкладывается? Фига, Дидони Фес, еще у него даже религии нету. Так, слушайте, наверное, можно Магнуса... Сколько будет еще следующий стоить? 180. Так, следующим ходом пересядем Магнуса. Ну что, наверное, пора уже здесь города ставить, где мы и думали. Давайте я сначала сюда поведу, чтобы выкупить хлопок.
Блин, надо же что-то с ромашкой думать. Чувак воюет и еще успевает что-то писать. Что возле пирамид? А, кампус на плюс 6 есть? Возле пирамид? Ну, я на плюс 5 вижу. Вот тут плюс... Мы же хотим поставить город здесь и здесь, чтобы, типа, один кампус тут на плюс 5 и здесь на плюс 5. А где плюс 6? А что-то... Это же 2, 2, 4, гора 1. Парту, а Магнуса в Эфес, наверное. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Мачу-Пикчу наша. Игра предлагает прямо на благовоние ставить. Ну, пока я сюда, конечно, пойду, но надо подумать. Тут мы будем ставить вот тут, где лучник стоит. Что думаете по поводу правительственной площади? Может, здесь все-таки в итоге? Честно говоря, рис жалко, но Спарта, в принципе, уже нормально выросла. Не то чтобы в данном случае прям требовалось. Но еды не будет тогда в Спарте, конечно. Может, кстати, может нам просто эту взять? Гурдвару, правда, она не сильно много дает. И плюс 7 акрополь. Как вам соседство? И тут был бы, кстати, акрополь на 7. Может, все-таки надо было акрополь тут ставить. Тут я хочу центр коммерции следующим ходом. Ападана. Ападана тоже интересненько. Хотя, конечно, надо было сначала Ападану, а потом чудеса делать. Ладно, что с промышленной зоной? Плюс 3 есть. Блин, может эту клетку лучше для этого города оставить и там плюс 3 этот делать. Так, что с акведуком? Ладно, в любом случае сначала надо строителя.
Мы откладываем производство. Тут тоже откладываем, тут у нас будет священка. Не успел отправить. Блин, что там за мудила завел свой мотоцикл? Не знаю, вам слышно? Вам слышно? Под окнами, блин, сидит, пердит. Чтоб ты так в туалет ходил, как у тебя мотоцикл звучит. Не смог. Вырубился. Блин, пока никакого, конечно, этого нету. Вызова, челленджа. Математику, по идее, открыли. Не, ускорили только. Давайте математику откроем. Вообще, нам вот это надо пооткрывать. Мы сейчас на побережье поставим же город. Блин, чувак, что ты тут ходишь своим вонючим скаутом? 7-2, шотландец. Это, и это не комп. Это шотландец, блин. Блин, нам нужен этот ученый. Соседство для священного места будет еще и науку давать. Так, что-то я не придумал пока, где тут что ставить. И что-то как-то Эфесом хреново пользуюсь, да? Ну, типа, не обращаю в религию, не получаю науку. Так, чувак пришел. Чувак пришел. Короче, чувак на стриме спрашивает, когда видео по шестой циве. Создаю опрос, забанить его или нет. За то, что он на стриме по шестой циве спрашивает, когда видео по шестой циве. Нельзя ставить на благовоние или все-таки сюда ниже как бы поставить? Нет, что-то я сюда пошел вообще, сюда надо. Уехал наконец-то. Дурачок на моцике. Поцики на моциках с полным баком бензика. Наверное, соберем камень. Так, давайте миссионера куплю. Стоп, а почему? А, я святилище не достроил здесь? Вау. А чё это я? Так, блин, надо святилище достроить. Надо собрать, потому что все равно когда-нибудь извержение-то произойдет. Блин, жалко, что мы не видим вот этот замес, потому что чувак их морально унижает просто. Кого банить? Человека, который спрашивает на стриме по шестой циве, когда видео по шестой циве. Так, давайте, знаете что, поставим карточку на... Чудеса же мы сейчас не строим, и вроде строить не собираюсь. Давайте два действия строителям. И... покупка клеток, вот так. Наверное, производство вместо... Я не собираюсь стены сейчас строить. Вот, теперь... Оба. Блин, а тут геотермалка. Ну, все равно давайте выкупим. Блин, вы как не в тему тут хлопок, да?
Был бы на плюс 6 кампус. Просто вау. Так, тут надо купить, я думаю, строителя. Ладно, строю тут акведук. Не уверен, правда, что в этом месте надо было, но... А тут нету мощной священочки, да? Максимум... Вообще тут плюс 3, вон. Не знаю, мне хочется тут поставить город, не знаю. Так, это все, наверное, вырубаем вот эти оба тропических леса. Плюс 4 тропическая, ой, тропическая, промышленная зона. Красиво тоже. Тоже красиво. Невыносимо. Ты так красиво. Так, не промышленная, а священка. Плюс 4 есть, да? Тогда покупаем здесь строителя. Он мне какие-то предупреждения объявляет. У нас еще эти места дофига города ставить. Сейчас будем покупать под Магнусом. Я опять монументальность возьму в следующем. В следующей эпохе. Благовоние на пустыне. Ну да. Благовоние на пустыне влома. А про кого речь вообще? Про меня? Ну, тут-то влом, но зато отсюда ты вон хотя бы до этих оленей. Ну, тут какие-то клетки есть. А, жемчуг еще. Тут город можно подальше. Тут совсем, совсем грустный город будет. С теми клетками, которые там. Ливнул. А, чувак все-таки сдался. Но он боролся как лев, особенно в чатике. Нет, наверное, пока рабочего не буду покупать. Так, 4. Вот можно Окленд засоюзить вот для этих городов. Какое-то там производство было. Какие-то лаги пошли. Корпорации на благовоние. Но это ж благовоние дает... Благовоние ж веру дает. Ой-ой-ой. А чё так больно?
по городу работают. Блин, надо апнуться, наверное, в арбалеты. Как-то 15 сил это реально город могут забрать. Хлопки занимай, но это скорее в Микенах надо делать. Так, а на благовониях что? Вера. Но это в Афинах, тут 10. Не понял. Что за прикол? Почему я в Эфесе могу благовоние, а это предприятие... понял. Потому что это будет второе, типа, ставится, а там как бы одно считается еще. Я понял. Поэтому... Нет, не понял. Погоди, тут уже обработано. Тут уже стоит плантация, и тут плантация стоит, да? Какого хера? А, есть промышленное производство. Блин. Точно. Ну, там, конечно, было бы круче на благовониях. Там было бы, конечно, круче. Апну без карточки. Хотя следующим ходом, ладно, подождем. Следующим ходом у нас уже карточка будет. Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.